Я закончу эту неделю роликом по Black Rush. Я понимаю, что, возможно, Black Rush вам не нравится, и, возможно, вы там, знаете, отписываетесь, ставите дизлайки, или самое ужасное, самое плохое, самое, что раздражает абсолютно каждого, абсолютно любого человека, это полное игнорирование, когда вы такие, типа, угу, ну, вышел ролик и вышел, я его смотреть, конечно же, не буду, там, пусть чел сам вот это вот как-то свои просмотры набирает, там, типа, ну, я не посмотрю, посмотрят другие люди, там, превьюшка мне не нравится, на название у него какое-то тупое и так далее. Ну, ладно, неважно, давайте к самой новости. Красивые пейзажи, которые сделаны с помощью новой графики на Black Rush. Как вам? И вот Life Mobile. Я, возможно, что-то пропустил. Возможно, я что-то не помню. Возможно, там, я не знаю, еще что-то вот мимо меня прошло, как-то вы там все это обсудили, как-то вы там обо всем этом рассказали, но я вот сейчас листаю новостную ленту в Life Mobile с хэштегом, и вернее с тегом Black Rush в поиске, и я вообще ничего не вижу про обновленную графику. Почему? Где она? Где можно ее найти? То есть я листаю, то есть только новый худ, там что-то вот 300 тысяч подписчиков у них, то и все, там 5-10, машина есть у них, там жила-была, там Кирилл Вовк и так далее. То есть лорд обманул там кого-то, все вот это, ну, в смысле кого-то Black Rush и так далее. То есть я не понимаю, а где? Где все? То есть там какой-то вот этот внешний тюн, я обо всем этом рассказывал, но тут Life Mobile нам говорит о том, что вот красивые пейзажи, сделанные с новой графикой. Типа, чё? Откуда она? Где? Как мы должны были о ней узнать? Это же новостное издание. Так рассказывайте новости, просвещайте нас в них, чтобы мы их обсуждали, чтобы я их обсуждал, чтобы люди слушали, смотрели и так далее. Почему этого не происходит? То есть новая графика? Замечательно. Отлично. Почему я о ней раньше не узнал? Почему сейчас вы о ней пишете, как будто бы она уже там есть, как будто бы с ней все уже замечательно, хорошо, как будто бы с ней там кто-то уже играет? Что это такое? То есть рассказали бы поподробнее про всю вот эту вот новую графику, про все вот эти вот прочие вещи. Сделали либо там что-то вот это вот прочее. Они не делают ничего. То есть они просто там вот вбрасывают и все. А вы там, знаете, персонажа раскрываете сами. Мы вам персонажа дали, он какой-то такой себе нам, так, ну как вот по заветам всего этого кинематографа. А вы его там раскрываете сами, делаете с ним вот это вот все прочее. Это там, в общем, расправляйтесь как хотите. И мы сидим такие, типа, новая графика. Ага, так, а где нам о ней узнать? А где нам ее найти? А что она будет из себя представлять? Нам, к сожалению, не говорят. Возможно, потому что от самой Black Rush нету никаких новостей, и сам Life Mobile, учитывая то, что они сотрудничают с Black Rush, не может спросить поподробнее, разузнать, сделать отдельный пост обо всем этом. То есть, я не понимаю. Самое главное, что в комментариях никто не пишет о том, что типа, чё? Какая новая графика? Некоторые пишут там то, что своровали оттуда, но никто не задается вопросом, откуда вообще взялась вся эта новая графика, ее кто-то разрабатывал, что-то там с ней прочее было, что-то там происходило. Так, то есть, я не понимаю. Возможно, у меня какая-то шизофрения, я уже обсуждал эту новую графику, возможно, там еще что-то было, но я такого не помню. Я помню, что я обсуждал модельки, я помню, что я обсуждал там, и, возможно, вид от первого лица, что я там обсуждал все прочее, но модельки, вот это вот ЕНБ, вот это вот новая графика, вот это вот все прочее, я такого вообще не помню. Однако, ладно, давайте от всего этого отвлечемся, типа, там, вот эта вот графика, модельки, все прочее. Ну, давайте обозреем сами вот эти вот модельки с новым худом, о котором я вам уже рассказывал. Как бы, если вы все это не видели, то зайдите на мой канал, там есть видеоролик, новые вот это вот вещи, худ, все прочее. Там обо всем этом узнаете, там обо всем этом расскажите, там все вот это вот сделайте. Мы видим озеро, мы видим пруд с такой, знаете, настоящей водой. Это круто, и мне прям нравится. То есть, но при этом нужно что понимать, что телефоны у людей слабые, зачастую слабые, и я не знаю, смогут ли они вообще такое потянуть. Я надеюсь, что вся эта графика, она будет отключаться, потому что если она отключаться не будет, и чуваки будут заходить на своих ксиомах за 8000, то вы сами можете понять, что будет. У человека там взорвется ксиома в руках, взорвется сам человек, взорвется дом, от всего этого воспламенения там пойдет все прочее по России, может быть по Украине, по всем прочим вот этим вот странам. Что мы делать-то будем тогда, когда все это пойдет? Я не понимаю в самом деле. Надеюсь, что все это можно будет отключить, надеюсь, что со всем этим можно будет как-то совладать более-менее, потому что если такой возможности нам не предоставится, то, ну, будет плохо, потому что, ну, такое себе. Хотя сама графика, само вот это вот графическое улучшение мне очень сильно нравится. Это мой итог, это мой вердикт, как Максим Вердикт, как Владислав Павлов. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я играл на проекте Black Rush, вот как бы геймплей и все прочее, вот вы его сейчас видите. Ссылочка на Black Rush
она будет в описании данного видеоролика. Там же мой никнейм Данила КПРФ, хотел сказать Данте Коннор, но Данте Коннор это на Аризоне, я думаю, что вы все это помните. И там же мой промокод хэштег ZDS. Вводите его и получайте много всяких интересных и нужных вещей. Промокод, по-моему, насколько я знаю, можно ввести со второго уровня. Прокачивайте себе там второй уровень, делайте все прочие вещи, и все у вас вообще замечательно, хорошо и отлично. Всем спасибо за просмотр, всем пока и всем, разумеется, до свидания.